Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Realme 7 Pro включите режим энергосбережения. Для начала заходим в настройки. Далее опускаемся ниже до пункта батарея. После чего у нас есть выбор. Режим обычный режим энергосбережения. Включаем просто, чуть понижается у нас яркость. Либо же режим супер энергосбережения. Нажимаем включить. И выглядит он вот так. Можем добавить себе еще какое-то приложение сюда, например, карты. Если вы хотите из него выйти, то нажимаем сюда и подтверждаем. Также гораздо быстрее можно это все делать, просто опустив шторку вниз, пролистнув. И здесь есть режим энергосбережения. Естественно, включится обычный, а не супер. Но можете зажать, попадете в настройки и уже тут включить, если вам больше нравится данный режим. Также, если вы нажимаете на режим энергосбережения, то вы попадаете в настройки, где, например, есть две функции. Включить при указанном уровне заряда, то есть по умолчанию 15, или же выключить автоматически. Это такая функция, когда, например, ваш телефон стоит на зарядке, и у вас включен режим энергосбережения. При достижении 60% эта функция отключится. Собственно, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!